Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как построить себе доход в месяц, ну, 1020, 10, 30, 50. Потом поговорим о том, как зарабатывать 100, 150, 300 тысяч в месяц и так далее. На первый взгляд цифры какие-то страшные, нереальные, 300 тысяч, как можно такое зарабатывать и так далее. Но посмотрите на богатых людей, которые ездят на Лексусах, которые стоят там 5 миллионов, живут в домах, которые стоят 20-30 миллионов. Явно они зарабатывают не 50 тысяч рублей в месяц. И если они могут зарабатывать такие деньги, то почему не можете вы? В чем разница на самом деле? У них что, на одну голову больше, чем у вас, на одну руку и так далее? Или, может быть, вы оправдаете это тем, что у них есть связи, а у вас нет и так далее? Так вот, сегодня мы с вами поговорим, как, не обладая хорошим образованием, связями и так далее, при помощи сотрудничества с компанией Perfect Organics построить себе хороший, неплохой доход или серьезный бизнес. Но прежде чем говорить о том, что и как конкретно делать, нужно представить себе и точно понимать идеальную картинку. Что мы должны построить, что будет нам давать доход, тот, который мы хотим. Если мы хотим 20 тысяч рублей, мы должны четко представлять, что мы хотим себе построить, вот как оно должно выглядеть, что будет нам доход 20 тысяч рублей давать. Или мы хотим 50 тысяч рублей. Вот что у нас должно быть выстроено, какой бизнес будет нам доход давать 50 тысяч рублей. Если вы делаете бизнес на улице, вам чрезвычайно это сложно все представить. Почему? Ну, потому что здесь все зависит от случайностей. Поставили вы палатку в хорошем нужном месте или не поставили. Если там магазин вы открыли, где много людей ходит и так далее. Какой у вас будет оборот и так далее и тому подобное. Тот бизнес, который предлагаем мы вам, в нем нет элементов случайности. Если вы будете делать все четко по шагам, вы обязательно придете к тому доходу, который вы хотите. 20 тысяч рублей в месяц, 30, 40, 50, 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц. Здесь дело просто не в случайностях, а в четких шагах и действиях. О них мы поговорим попозже, потому что прежде чем, еще раз повторюсь, прежде чем говорить о том, как и что делать, нужно знать, что мы должны построить, что будет нам давать доход, тот, который мы хотим. Итак, за что платятся деньги в компании Perfect Organics и как их могут зарабатывать. Вот у нас вы. Суть бизнеса очень простая. Вы пользуетесь продукцией нашей компании. Об этой продукции от вас узнают другие люди. От них еще люди узнают. Дальше эта информация идет, поступает от человека к человеку. И вот все эти люди приобретают продукцию Perfect Organics на какую-то сумму денег или на какую-то величину баллов. И вот от этих величины баллов в виде определенных процентов вы получаете денежное вознаграждение. Суть бизнеса очень простая. И вот эти вот все связи, что они, все эти люди в вашей как бы структуре, что все эти связи, вот этот человек купил, приобрел какую-то продукцию на сколько-то баллов, да, и вот эти вот все связи, что он в вашем бизнесе находится, фиксирует сама компания, вам не нужно голову ломать и контролировать это, не спать ночами, а там потерялось что-то или не потерялось. Все это контролирует сама компания. Поэтому суть зарабатывания денег очень простая. Вы получаете удовольствие от того, что пользуетесь этой продукцией. Вы с удовольствием рассказываете это окружающим. Все это растет. Растет ваше денежное вознаграждение. И вы можете рассказывать об этой возможности, о зарабатывании таким образом денег, тоже окружающим людям. Они тоже начинают целенаправленно продвигать компанию с ее продукцией. Таким образом, у каждого здесь увеличивается бизнес. Это дает вам еще больше оборотов, и вы начинаете зарабатывать еще больше денег. Все очень просто. А теперь мы поговорим с вами о конкретных процентах, количествах. Каким образом, сколько точно с чего оплачивается. Главное, чтобы сейчас вы уяснили суть.